Выставка «Сочи любит спорт, спорт любит Сочи» станет основой для постоянной экспозиции. Возможность прикоснуться к прекрасному после длительных и изнурительных тренировок спортсменам пойдет только на пользу, уверены организаторы арт-выставки. Иногда бывают какие-то упреки в сторону спортсменов, якобы в их несколько одностороннем развитии, что в принципе естественно, что часами вы смотрите и думаете о своих мышцах, о своих ногах, руках, а что мы будем ожидать такой практики. Поэтому данная выставка, по нашей идее, должна помочь людям отрываться от нашего грубого физического тела и переноситься иногда более тонкие сферы человеческого бытия. Объединяют все работы экспозиции яркость, чувственность и экспрессивность, а еще они наполнены остротой переживаний и жизнеутверждающими эмоциями, которые присущи спорту. И вообще отмечают идейные вдохновители проекта «Спорт и искусство» – это главные составляющие звенья современной культуры, у которых много общего. На первый взгляд, многие полотна не раскрывают спортивную тематику, но здесь, в стенах спортивного центра, на них смотрят с другого ракурса. Появились у картины новые названия специально для данной выставки. К примеру, эти цветы стали цветами для чемпиона. А в этих пионах идейные вдохновители проекта увидели женскую сборную по синхронному плаванию. В целом же выставка регулярно будет пополняться новыми работами. Над их написанием сейчас активно работают художники, в том числе и зарубежные. Представлены здесь и картины таких известных мастеров, как Александр Атрошко и Геннадий Куманяев. Сами спортсмены такую идею совмещать полезное с приятным оценили на отлично. Дома бывают редко, все время в командировке или учатся. Вот, и чтобы прийти на выставку, это надо время. Ну а здесь вышли, вот закончили тренировку, пришли, посмотрели. И все хорошо. Мое мнение такое, что надо спортсменов с молоду приучать к прекрасному. И когда они это видят, может быть, у них что-то в душе появляется нового, позитивного.